Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. У нас рейд, довольно-таки интересные базы, Брайдер ЛВ, или Бридер ЛВ, для которой появится одна фишка и штук 10 обычных топоров. Это если вы только ящики хотите открыть. Так, с байк я сразу припаркую поближе к тому месту, которое буду взрывать. Это вот в этом верхнем правом углу, если так можно назвать, где-то вот здесь. И желательно фишку взрывать вот тут. Вы взорвете, конечно, лишний станок, который вам не нужен, но при этом... Я забыл взять фишку. Но при этом вы оградите себя от зомбарей. Так, где оружие? Придется брать с почты единственную фишку. Ладно, хрен с ним. Готово. Эти ящики я надбил. Потом их буду ломать. У меня было 6 железных топоров, как видите, осталось 2. То есть 4 уже ушло, плюс еще один стопудово уйдет. Так, давайте смотреть. Тут ничего интересного нету. Здесь у нас поет. Я вот заберу. Он периодически кончается, а делать мне его очень сильно лень. Так, уголь тоже тема-то хорошая, на самом деле. Даже не знаю. Поместится он, нет у меня. Так, здесь. Аптечки, бинты я брать, наверное, не буду. Это можно... Талоны, кстати, тут тоже есть, поэтому зеленый я сразу заберу. Должен где-то еще валяться. Мусор, бензин, здесь оружие, 4 штуки. Вот талоны, про которые я говорил, возможно, есть еще, я в этом не уверен. Но может быть еще. Так, дальше доски не надо. Опа, хавчик тоже, по сути, мне так-то не надо. Глок сюда, и все остальное можно, в принципе, отнести в байк. Потом открыть последние 6 ящиков. Так, с это сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так вот будет. И у нас еще половина инвентаря, даже больше свободны. Так, тут еще ящик есть, который я не показал. Вот тут в конце находится вот этот вот. Ну, тут ничего ценного нету. Ладно, давайте тогда вскрывать эти ящики. Вода, еда, громила, ты где? Так. Давайте-ка фильтр я заберу. Тут, скорее всего, и второй смогу найти. Так, тут ничего интересного нету. Тут тоже ничего. Громила, беги сюда, пожалуйста, не напрягайся. Тут слитки есть, пластины есть, неплохо. Еще и гвоздик забрал. Вот так вот. Предпоследний ящик. Батарейки, часы мне не надо. И последний ящик. Кожа, ткань. Я плотную ткань заберу. Еще хотел посмотреть. Тут где-то был, валялся еще фильтр, микросхема. Раз такая пьянка, я их тоже заберу, пожалуй. Что добру пропадать. Так, громила. Блин, где это было-то? А, вот он ящик, да? Громила, иди сюда. Хорошо. Так, фильтр, аптечки заодно заберу. Вот это заберу, в принципе, пойдет. А, вот такой вот лут, плюс все то, что я положил уже в байк. Я попробую показать, надеюсь, громила меня не убьет сразу. Вот такой вот лутец за одну фишку. Как по мне, очень даже неплохо. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.